Всем привет! Вот очередное видео. Игорь Иванович, снимаю лично для тебя. Вот из тандыра я достал золы и смешал с отработкой, которую ты мне дал. Вот она, зола. Даже мы сейчас еще добавим. Вот, насыпал еще золы. Отработка очень качественная. Очень отработанная. Я ее тщательно перемешиваю. Перемешиваю с золой. Получается вот такая вот каша. Теперь я ее каким-то волшебным способом попытаюсь засунуть в печку. Вот так вот. Вот отлично. Отлично. Сейчас подождем, посмотрим, как это загорится. Зараза. Давайте попробуем туда бумажки кинуть. Неудобно снимать. Сейчас. Вот сейчас бумажка. Загорится моя палочка. В банке, наверное, не видно, на стенках начинает кипеть. Сейчас заразу разожгем. Мисочку, конечно, тоньше надо. Ну, ниже, в смысле. Сейчас палочка загорится. Мы засунем ее туда. Я решил ее положить на бок. Натолкать туда просто углей. Как-то поджечь же ее надо. Как поджечь? Бумажек. Ну вот, наша закладка горит. Очень даже хорошо. Посмотрим, какого цвета дым. Дым, как от перезагрузок. И ничего страшного не происходит. А горит. Хорошо. Вот если взять сразу низкую посудину, чтобы воздух хорошо поступал, вот это чудо горит примерно так. Вот в таком состоянии уже где-то горит минут 30. Еще там, я смотрю, спецсостава до хрена. О, еще горит, не перегореть. То есть можно вполне топиться отработкой и золой. И вот это вот все горит. Дыма практически нет.